Это плащеносная ящерица. Ее внешний вид уже необычен. Вокруг головы у нее есть большая складка-воротник, которую она раскрывает, если ей что-то угрожает. Становясь к тому же на задние лапы, животное выглядит крупнее. Но больше удивляет в ней то, каким способом она убегает от опасности. Ящерица бежит на двух задних лапах и развивает скорость до 15 км в час. Никакая змея ее не догонит. Но еще более удивительная ящерица обитает в джунглях Центральной Америки. Это ящерица-василиск. Она питается насекомыми, фруктами, а особенно любит других ящериц. Но и саму охотницу кое-кто приметил. Этот удав очень любит перекусить ящерицей. Он уже почти подобрался на расстояние удара. Ящерица в западне. С одной стороны змея, а с другой река. Но Василиск, по прозвищу Ящерица Иисуса Христа, полон сюрпризов. Между его длинных пальцев на лапах имеется складка кожи. Когда он их растопыривает, пятно контакта с водой увеличивается. Он передвигается очень быстро и создается воздушный карман в местах соприкосновения с водой, который на доли секунды не дает лапе сильно погрузиться в воду. Таким образом, ящерица-василиск может легко пробежать по воде расстояние в 5 метров и больше, что при ее размерах немало. Но этого хватает, чтобы избежать неприятностей. Василиски хорошо плавают и могут продержаться под водой до получаса.